Вторая. И игра началась. Да, поехали. Демо ТТ выходит сверху. Раньше. Скоты сверху у обоих команд и кики выходят. Опа, солдат у Тормодега заходит в спину. И опять медай, опять медай. И минус мед. Ну, Тормодега тоже минус. Команда, минус мед. Ну, видимо, этот центр за киками будет. Но ТТ небольшой минус. Минус ТТ. Да, да, это снова проигрыш. Я опять очень расстроен. Все они не соберутся. Кажется, мы если бы вот игра Metapower Gaming играла против кого там? Как их звали, да? А, да, Power Gaming против Зуселона, счет был уже 4-0. И Power Gaming решили все же взять еще 4 очка. Ну, в итоге, конечно, проебали Golden Cup'ом. Поучительный пример. Минус демо. Киков. Чертовски хитрый трап у Кайдуса. И Кайтона плохо слышно. Выходят кики. Зажигают обе команды. Кстати, да, у ТТ хэви. Да, проблема Кайтона. Всё ты виноват, Лон. Ну извини, я сегодня тебе не те настройки дал. Но мы хотели... Звук воспроизводить напрямую. С компьютера. А куда спрятались кики? Ну, сломал микрофон. Кстати, очень сейчас неприятно. О, к этому слышно. Нормально? Да. Выходит кики, зажигают себе команды, ТТ зажимает киков. Убер на убер, хэвик на хэвик, да? Да. Ой, кто-то не Харри Кук. Что сейчас будет? Да, минус Харри Кук, минус Форс. Ну, минус 3 баш, делай. Ну, ник и... Минус 4. Так, мы соберу то, что Термутейк пытается, хотя их есть... В гараже демон нет. Пытается блочить. Зиги, солдат. И аркает медика, скорее всего. Нет, зажимает. Нет, только. Не смог. Хотя вот сейчас будет... Нет, X-Fan, нет, не смог. Так, сейчас будет минус медик. Ой, минус 3 вот это, минус 3. Что ну как? Будет? Минус медик, минус медик. Ну. Выходит медик. Принимает это провал, это все же провал. ТТ, давайте. Хотя баш уже резнулся, баш готов. Все. Не, ну я верю в баш, я всегда верю. Ну баш, верю. Да. Что такое? Пауза. Ну, честно говоря, это... Пауза. Это самый точный момент, когда надо врубать паузу. Что у нас? Баша половина. Демос полная кига. Да, кики выиграли. Да не, на подходе еще к спрейнтам. Не все ясно. Ну смотри, метод от Кэрри и банка от... Кайдус. Ой, началось, еще раз паузу сняли. И все же зажигается ну, кики, да? Ну, Кайдус косой. Пытается. Ну это... Не, ну подожди, бесполезно. Еще не все кончено, еще не все кончено. Нет, нет, все кончено. Смирись. Но все-таки Кайдус промазал банкой, меня это разочаровало. И начинается новый раунд. Ну теперь ты точно должен собраться. Ну они почти взяли. Точнее, они даже взяли вторую точку. Не смогли удержать. Демо у ТТ выходит сверху. Скоты тоже сверху обоих команд. И выходит широкой кики.
Что же будет? Что же? Минус соли. Минус XP. Зажали себя. Минус смерть сейчас будет. Можно сказать, игра пятером берут центр. Ой, да? ой. Просто пятером взяли центр. Какое оскорбление. И минус. Что у нас тут? Минус, да, минус Скотт, минус Джоик. Но минус соль у Диков, который стоит на центре. Ну, правда. А, нет, а его-то не выходит. Так, зажглись, Гигеналаси, и опять выходит Паш. Телеком выходит. Паш Лумой выдержит этот раунд. Паш стреляет. Да, Паш... это молодые отбивают, отбивают глаз. На следующую точку навряд ли пойдут. Ну это скорее всего за солдата. Ну, герой у нас X-Wayne с одним ПП. Пытается брать точку. Ну, скорее всего не возьмет. Выходит, ой, дети, получат, и минус X-Wayne. Сверху УКВ пытается стрелять справа, но неудачно, да. Пытается, но захватит справа. Выходит, выходит. Да, сжать кики, но Хэви, Хэви жмёт, Хэви просто жмёт, отжимает. Ох, минус Хэви. Ну, Баш, как всегда. Ой, Баш минус солдат, нет, это не Баш сделал. Но все равно, все равно. Он помог. Сейчас... Да, Мерлин, сейчас возьму точку. В Башу стоит играть. Хэвиком Ебка. Так, они решили продолжить через Хэвика. Термалтейки решили все же продолжить. Убер у термалтейков уже на подходе, уже 10%. Нет времени менять на скаута. Тем более он стреляет. Ой, сейчас кто-то сольёт, Джойк сольётся. И минус. Да. Странно, конечно, не так вовремя он трапу взорвал, это Демос. Не видел никого. И выходит ТП. Выходит, да, выходит, зажимает тиков на узкой. Снизу ушел. Все, беру центр. Ой, на мире нажали, нет, не снизу. И сейчас. Смирлен жив. Нет, солдат Суска не выпрямил. Ну, и уже сенсор, идут конечно, ТТ. Идут вперед. Взорвался, да. Зажигает ТТ. Да. Кики сейчас уже почти накопили Убер. Пытаются сжать, но кики сейчас дадут им просто отпор. Дадут им минус отпор, 2 ТТ. На чистом спаме выходит. И сейчас Убер выходит. И Убер, все, минус 2. Ну, да, минус 3, и конечно беру центр. Очень печально. Термотейка просто отжимает, просто сейчас, ну все, да, минусов не последует. Кстати, интересно то, что Баш ходит с дробовиком. Ванила. А, Ванила, это Баш. Я все забываю об этом. Извините. Но все равно, дробовик я считаю. Более пригоден. Нет, он пригоден. Да, ну, другой. Выходит это с Убером. Медик теряет солдата. Не может найти пациента. Забирает так, ну, центр. Тихо, сейчас будет Убер, сейчас они выходят. И выходит, зажигается. Пытается а медик парней, улетает. Парней отжимать. Ну, видимо, как-то не особо удачно по минусам. Хотя минус мед у термалтейков. Ну они возьмут центр, скорее всего, минус не соли. Не факт, медик очень титовый. Возьмут, очень возьмут. Титовый. Сейчас будет, наверное, минус медик. Не будет, смотри. Там два живых только. Ну, не мешает им крысить и делать чудеса. Мед резнулся вот это. Ему не на ком копить удар. Кики уже не теряет времени. Беру вторую. Так, ну что, у Киков сейчас еще один Убер на подходе. Убер уже есть у Киков, они так, выходят. Так, они выходят справа, Кики выходят справа. 50% это осталось накопить. А у нас баш. Чего? Аркадит меда. Аркадит, минус. Минус мед, минус Мирлен. Баш опять разруливает. Баш задефил баш. Минус 6. Минус 6. Ох, с красным КП просто. Ну да, ну сейчас кто-нибудь аптеку возьмет, будет попроще. Тем временем с респа уже на точку бежит скауту Кика.
Он плачу не успел, дальше зарёса. Или его отымеют. Ну, минус один у Кирю. В принципе, уже осталось 20 минут, счет 1-0. Ну сейчас тогда надо идти вперед, убивать. ТТ снова играет через Хевика, Паш поддерживает. Убер у Кика чуть-чуть раньше. Но если они смогут убить медика, на этом маленьком преимуществе. Я там не думаю, что они будут кто-нибудь пользоваться сейчас чем-либо. Ну это, кстати, распространено, то, что на 5% побивать медика. Так что все может быть. Ну, видимо, ничего не случится. Да. Выберу обоих. В принципе, кикам пушить не обязательно, победа выйдет. Минус соли. Идут. Минус, да. Ну теперь начнется пуш от пиков, выходят сверху. Широкой. Зажглись. Это... Возвращается у Тика в горах. Иисуска обходит, каут соли, что будет, что? Да нет, там ничего не будет, там не судьба явно. Вот на новой Гренери Про там, конечно, шансы были. Ну прыгать на... Если бы, конечно, они выходили с Уски. Опа, БК начался, БК пытается, он... А ничего не будет. Эстенсис, ну да, Эстенсиса забирают. В принципе, Убер почти одинаковый у обоих сторон. Страшно на широкой. Демоса, Демоса забирать, пытаться зажгли. Зажигается, зажигается кики. Их зажгли. Так, кормота их ответ удают. Ну, Баш, ну надо бежать за ними, а не пытаться с кругами. Что ж ты говоришь, парень? Минус солдат, Маша. Башки тоже уходят. Да, они отжались, это отжались. Уходят, уходят. Минус 2 солдат, тем не менее. И зажимает Демос. У киков. И опять все без результата. Ну и правильно, у киков 1-0, и мне поспешить. Преимущество за ними. Вышли, Кига. Супер забирают? Нет, они забрали, Мерлин вернулся. Отжимают Кига. Сейчас минус медик, минус и давай чуть-чуть. Ну, опа, да, нет. Он, конечно, хорошо на ракете пролетел. Выходит Ки ТТ с узкой. Мед был под рукой. Мог бы. Спамят Кигов. Кики не уходят. Ой, аэршот, аэршот повесил, блядь, у нас тут. И под ним был медик. И тем временем бэкап киков. Точка вторая за киками. Что ж такое? Минус мету ТТ, у киков убер раньше. Гораздо раньше. Маска, да, ну. На 90, 85. Сейчас пойдут и сами возьму точку. Даже последний. Значит. Так, ТТ главное ждать. Заходят. Беру точку, да, точку возьмут. Зажгли, зажгли. Умерли на 50%. Ведь пытаются выйти, но их жмут, и выходят. Делают минус солдат, Дэма. Мирлина уже 60, у него пол хп, минус Мирлин. Да, это очевидно раунд все, точка за киками. Да, кики берут еще одно очко. Остается 16 минут. ТТ надо что-то делать, в основном проиграли за пропуск. Опять скаута на вторую. Да, пропуска мало что решил.
Но все равно это был минус. Очень неприятный. Дэм опять кто-то сверху, СКТ опять сверху, по стандарту. И минус Дэма, минус Дэма. Все, зажимает СКТ, не выходит. Пытаются, конечно, они более аркадно играют. Иди. Более сложно. И уже идут вперед. И уже, да, продолжает свой путь, скауты оставили. Тем не менее, ТТ сканили Убер. Встречаются на точке, встречаются, зажигаются обе команды. Все, зажимает солдат, сейчас будет... Они... Нет, Мирный все же уходит, солдат, нет, солдат не ушел, вот это... Застрял. Пытается минус солдат. Минус от Паша. Спину у нас, спину просто трахают Баша. Стоят на поляне кейки. И сейчас будет коронный обход. Нет, не будет. Не, навряд ли так. Минус Дэн. Зажимается, ну нет, нет, не получилось, не получилось. Зажали тихо. Они сделали почти двойной бутерброд. Ну что, Харикук идет на БК, это видимо, будет конец раунда, да. Хотя 6-5 секунд, 5 секунд... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Возьму, ну, возьму, да. Так, на ласте остановился. Ой-ой-ой. А нет, солдат смотрит, давай, Оу май гад, какая игра, вас, давай, шикарно. Это печаль. Минус два, Эберет класс, вот эта игра, вот это был, вот это раунд, ой-ой-ой. И пауза, да, а не пауза, или что произошло? Не, пауза, видимо. А, ну да. Все время лаги начали раунда. Тоже привычка. Да, Харикус сейчас показал просто интересную игру. И за БК минус 2 и взял вас. Ну, красава, чё. Опять выходит. Прямо вот эти делают первый минус на центре. Минус Дэма, минус Дэма. Тихо поджали. Счет 3-0, 13 минут. Так, Эксфейна забирают. Так, Ики, Термолдейки уже начинают лезть вперед. Он очень аркадит в этой игре. Очень часто сливается. Так, зажигает усилия. Первыми. Все, теперь не держится. И ничего. Несмотря на это. На ПК перейти на скауты орудуют у Кипера. Опять скаут. Опять Харикук. Да. И минус код он снял. Да, и минус. А, нет, не хватило. Минус 2. Полтора скота снял. Минус домины. ТТ пытается взять вторую, заспамливают ТТ. Конечно, молодец. У нас сегодня тащит БК. Ой, что за аркада у нас? Ой-ой-ой. Ой, минус 3 у ТТ. Это аркада у ТТ. Ну, не, вообще никак. Ну что, раунд она будет за термодейками сейчас, как бы. Минус метры дыма. Да, минус сейчас еще. Ну все, Харикул половинчики. Хотя умудряется сделать минус солдат. А солдат в гараже. У нас Крим взял Клевика, на лаз будут играть пуш через Клевика. Стейнс у них сзади, сейчас бэкап будет делать. Снизу это не очень грамотно. Бэкап делай. Бэкап, да, полностью. Эстесис, да, встречается со скотом. Ну, что же, ну? Да, нет. Все, лаз, это раунд за термодейком. Собрались, крепки. Они оскорбились, наверное, таким последним раундом. Решили собраться. Ну, это очень действительно да, обидно. Не, ну обидно, но красиво было, да. Столько раундов сидит в чистых бэкапах. И демо у Киков выходит раньше. С узкой. Выходит широко Кики. Да, Кики, Термолдейк. Минус солдат у Киков. Ой-ой-ой, минус 3. Минус мед. Минус мед, да. Ну остается двое на трое. Два ската. Ой, на мед, минус мед. Минус мед, ну.
зажигались. Ебать, сейчас покажу чудеса има. Сейчас мы увидим, сможет ли у нас задефить скаут с кормодыгом. Тут так, ой, сейчас башу. Ой, минус медик, давай. Башу минус не помог, даже убер. Ой, Мерлин, ну давай второго. Ну. Давай. Мы стоим спустить, там нет медик. Скайдус вышел спас медиком. Да, довольно интересный был центр. И все, кики наваливаются, уже основная гвардия подошла, и центр будет, видимо, их. Хотя центр еще никто даже брать не пытался. Пытаюсь, да, ой, ее. Нет, это зажимает пиков. Да, сюжет или... Да, не знаю. Нет. Он орёт, его не слышно. Орал. Медика слили, он орёт. Минус 2 солдата у киков, ТТ идут вперед. Война без солдатов не идет, ТТ пытается брать точку, зажимает. Зажигает. На Стормолдеге. Кики зажигает ТТ. Ну в принципе еще да. Успеется ли копить суперкики? Так, бэкап, опять 50% у киков, да, пытается сумма. Отлично себе внимание, Харик. Минус 3 у киков. В принципе, почти получилось. Искаты пытаются развести солдат. Ну, разводит. Развели. Ну да, это раунд за термотейками, скорее всего, да. Да. Счет 3-2, остается 8,5 минут. Кажется, мы увидим третью карту. Демо кика выходит хоть раньше. И Аркадий от меда. Напоролся на солдат и мид. Не особо. Он сейчас Аркадий идет от своего. Вот теперь настоящий Аркадий минус мед. Минус Мерлин. За Аркадий. О да, минус мед. Ой. ТТ взяли. Остается один демос на двух скотов, в принципе, но скоты его хитовые. Демос полный. Давай. Василий. Прокажи скилл. КП не хватит. Видимо его разведут, да. Просто это было глупо. Да. Мог затрапить уйти. Ну, в принципе, а что ему там терять оставалось? Ну. Он был зажат на их широк. Опачки, а да. Васка да уже у ТТ на бочке. Ну ТТ собрались, разогрелись. Выходят на точку. И дикий спам от киков. Умер одинаково, правда, Мирлин с одним ХП бегает. Сейчас шалоная ракеточка и все. Минус баш у термолдейков. И пауза. Мирлин уже половинщик. Да, ну видимо Мирлин вылет. У меня вылет. Да, все нормально. Да, кики пытаются зажимать термолтейков. Термолтейки дают им в отпор удар. Удар на удар сейчас. Видимо, да, термолтейки прошлись раньше. Ну все, это уже минус 3 у термолтейков. Видимо, это будет центр киков. Убер одинаково, в принципе, почти там преимущество незначительное, использовать его навряд ли какой будет. Ну, все может быть. Да, навряд ли все, навряд ли. Опачки хитуют, медленно по мелочи. Нифига он не поймал. Ну так. Звонил скаут. Хотя ладно. Ну что, убер на убер, две команды ждут. Кики, наверное, ждут их ТТ, потому что очки да, не лидируют. Очки выкнем плюсом. Пытаются уже... И Аркадий, ну нифига!
И второй солдат перебежал. Еще второй солдат. Зажми кигом. Зажми кигом. Минус два солдата. Остаются на бочке. Правда, они уходят. Четвером. И дыма теперь опять. Еще одна аркада на Мирвина. Мирвина сзади зажми. Дыма. Да, сзади. Ой-ой-ой. Демос как-то повезло парню. Ну кики что, заходят на вторую. Да, пытаются, но их просто сейчас редшок. А нет, смотрите, Кайду уже под стоса. У Кайду сейчас становится на солдат, да, и минус минус Мирвин. Пытается еще сверху отбиваться Дрим. Ну это безрезультативно, минус мед задавит на стадии. Ну что, осталось два солдата, осталось термалтейка, еще весь мусор скот. Убер будет пик Убер, конечно, у пика, блин, на 80% больше. Чуя раунд за кикнули. Ну что, как у термалтейка уже все шансы есть, все готовы обороняться, несмотря на то, что Убер. У пика весь, пика зажглись, вышли на лаз. Ну впритык от градусов есть время. 4 минуты. ТТ надо очень агрессивно играть, иначе я больше не буду их любить. И Аркадит. Широко выходит ТТ. Аркадит демо, нифига не выходит. Осталось 3 минуты. Почти 4 минуты. Осталось минус мед у ТТ. Минус мед. Все. Да подождите, отжимаю. Термалтеки. Минус мед, да. Минус мед делает ваш... Киков. Минус баш. Как бы один на троих остался, но парень, наверное, не рискнет, он уже китовый минус, да, этот парень. А Рибук снова делает минус. И скаут уже идет на вторую. Тем временем связка уже тоже спешит на вторую, блочить. И скаут убегает. Заблочим. Ну как бы время. Солдат у Кика. 3 минуты осталось. Так, сейчас обыгрывать. Убера у термалтейков больше, поэтому, ну, хотя маловероятно. Сейчас будет медарка, скорее всего. Пытается выходить у нас. Бэкап, солдат. Ай, снова, коварный бэкап. На этот раз его делает. Солдат. Солдат, да? На ПК блок пробегает, всё, ой, точка за киками. Еще Харри Кук подбегал. В принципе, шансы были. Зажгли термалтейка. Минус 4 у киков. У киков не хватает 10%. А, 6%. Ну. Медь убежал, Убер никто не накопил. Ну, копит сейчас. Все. Убер киков раньше. Все. Не успею. Да. 2 минуты, ну да, не успею, конечно. Ну и Аркадит меда, зажигает. Зажигаю, да, меда киков. Минус мед. Да, нет, ну. Да. Ой-ой-ой, минус Мерлин. Минус 3 вот это. 4. 5. ТТ расстроились и слили. Так хорошо начали отбиваться. Да, были все шансы, все. И точка закикни. Даже раунд еще шансы могут быть. Демон. ТТ отбивается с последних сил, Баш опять хочет всем набить фрагов. Не получается, минус да, Баш. Ну... Ну ладно, ясно, очевидно. Все, расстроились. Кика. В общем, достаточно... Уныло.
Особенно за счет бэкапов. Бэкапы были просто отвратительны. Вообще я ожидал другой игры. Ну, другая игра. В принципе, да, я тоже думал, что там Алтайги что-нибудь сегодня сделают. Ну и подведем итоги к концу. Сегодня одержала Кики две победы на двух картах. И они проходят в финал на ESL. Сезон премьер-дивизиона. Будут бороться, видимо, за 500 долларов. Как призовой фонд. Ну, сегодня с вами был Кэтман, Бломт, Келли. Стрим сегодня был от Вардена. И не забудьте посетить нашу Steam-группу. Группу ВКонтакте. Вступить можно, конечно. Ну, чтобы вы были готовы к новостям. И всякой такой чепухи. Также не забудьте посетить сайты team-fortress.ru. Удачи вам и пока. И не забывайте про бэкапы. Да.